Всем привет, мои хорошие. Я знаю, что вам нравится такой формат, когда я упаковываю посылки. Ну а сегодня хочу в очередной раз показать, как я упаковываю цветочки. Ну, покажу это для вас. Многим это интересно, многим нравится, как я работаю. Ну и также покажу для девочек, они узнают свои заказы. Конечно же, все упаковки я показывать не буду, но некоторые упаковочки, некоторые заказы я вам покажу. Итак, трехчасовая упаковка для вас будет чуть-чуть быстрее, потому что я ускорила и чуть-чуть переозвучиваю. Везде подкладываю вот такие бумажные полотенца. Они очень мягкие и не поранятся ни корешочки, ни стволик, ни сами листики. Ну и, конечно же, потом также полотенчиком, только не бумажным, а таким, я даже не знаю, что это за полотенце, но они очень мягкие, очень нежные, пропускают хорошо воздух, и растения не пострадают, не запреют, то есть оно все хорошо дышит. Ну, думаю, что растюшкам будет очень комфортно. Обязательно все хорошенечко вот здесь завязываю, утрамбовываю эту бумажечку, все делаю очень аккуратно, для того, чтобы, естественно, не поранить ни корешочки, ни листочки. Ну и также потом буду проверять, высыпается кора или нет. Я вообще люблю, чтобы ничего не высыпалось. Вот, ничего не высыпается, все замечательно. Ля-ля-ля, я пою песенки. Если где-то я и буду пользоваться на сам горшочек, то буду пользоваться только бумажным скотчем. А уже когда буду заворачивать, там, конечно, я буду использовать другой скотч. Но вы все увидите. Сама непосредственная упаковка с горшком, прижатие корней и субстрата исключительно только бумажным скотчем. Никаких скотчей вот этих целлофановых быть не должно, для того, чтобы не запрели корни и не загнила, точнее, шейка. Поэтому надо это делать все, подходя к этому ко всему, точнее, правильно и внимательно. Да, кстати, еще небольшое количество цветов осталось. Также у меня в наличии есть мох шикарный из наших лесов, жирный, похож на спагмос. И также на заказ для девочек привожу мох для того, чтобы поставить его в контейнер. Ну и чтобы он рос, да, для реанимашечек. Он чуть-чуть другой, ну тоже сфагнум, просто он худенький такой и очень хорошо подходит для теплички. То есть не для выращивания, а для теплички. Для выращивания я привожу из леса жирный мох, в котором хорошо реанимируются орхидейки, быстро восстанавливаются. Ну и также любят жить годами в этом жирном мхе. Вот сейчас, кстати, я возьму бумажный скотч. Здесь надо прижать получше. И здесь я буду пользоваться вот бумажным скотчем. Все это гораздо легче потом снимается, срезается ножницами, то есть будет легче распаковывать растения, чтобы не повредить. Да, заказать все можно по электронной почте, ссылочка есть под каждым моим видео, и также в контактах. Орхидейки хорошо просохли, всегда просушиваю орхидейки, тургор держат и держат цветочки. Надеюсь, что все дойдет до хозяек замечательно. Очень хочется, чтобы одна посылочка дошла побыстрее, и потому что там она взяла своей сестренке в подарок. Сейчас эта упаковка тоже будет. И все цветы упаковываю, девчат. Не то, что вот сейчас на камеру, да, и вот так упаковываю, а такая упаковка у меня всегда. Сколько лет я занимаюсь орхидейками, всегда упаковка хорошая. Даже упаковка сопутствующих товаров тоже упаковывается тщательно, чтобы в коробке ничего не прыгало. Я не люблю просто забросить и отправить. Вот видите, все проверяю, ничего не высыпается, все хорошо.
Да, а упаковав вот эту посылочку, я вспомнила, что я не сделала фото девочки, но я надеюсь, она будет смотреть видео и узнает свою орхидейку. Она одна оставалась, хорошо подсохла уже, и сверху очень много не хватает субстрата. Она сидит в торфяном субстрате. Когда я их привожу, если очень много где-то субстрата, я его высыпаю, выкидываю для того, чтобы просохло лучше. Ну и чтобы уж не занимать много тут бумаги, мне проще сделать вот такую мягкую подушечку из мха. Надеюсь, получив эту орхидейку, девочка не выкинет этот мох, а оставит его. Он пригодится, он хороший. Просто сделала вот такую мягенькую моховую подушечку. Ну и также не будет высыпаться этот кокосовый субстрат, в котором сидит орхидейка. Там даже не чипс, а вот ну, такой мелкий субстрат. Да, конечно, вот такие орхидейки, которые в кокосовом субстрате, да, лучше, конечно, пересаживать после получения. Ну, не прям сразу, дать маленько привыкнуть, отдышаться. Вот. Ну и дальше будем упаковывать.
Уже так хорошо упаковала.
Ну, а это, конечно же, вы уже поняли, что упаковывается Почта России. До этого красным скотчем я упаковывала СДЭК, а теперь упаковываю почту. С почтой маленечко все посложнее. Я сама распечатываю бланки. СДЭК у меня очень быстро приедут ребята и заберут. И сегодня же отправятся, и завтра Москва уже получит. Ну, а с почтой маленечко все подольше. Все, мои хорошие, всем спасибо за просмотр. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал на Яндекс.Дзене, также на Ютубе, поставите лайк, напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока. Это будет ваша поддержка в виде подписки.